Народ, привет! Привет! Мы сейчас с вами попали на Crescent Island, или остров полумесяца, где просто с озера Найваша приехали, можно выйти и погулять с животными. Ну, или озеро. Животные погуляют с вами, как повезет. Все, выходим, и там да. Живет. Не, я думаю... А, жилеты снимать? Ну, наверное, жилет нужно снять. Так, ребята выходят. Наталь, давай засниму свой твой этот. А, правильно, я спрыгнула. Вот, Илья, тире Индиана Джонс. И прекрасная Аня. Вот, так. Ну, конечно, Индиана Джонс. Вот, и Аня тире Лара Крофт. Вы отлично. Все, идем вперед смотреть животных, гулять с животными. Ну, посмотрим. Вот мы на этом острове полумесяца. Вот он называется Crescent Island. Если у вас будет прекрасная экскурсия по замечательному озеру Найваша, обязательно попросите, чтобы лодка остановила, и вы вышли на этот остров. Класс, пошли. Слушай, а мы по ценам ничего не говорим. Пока не говорим, потому что, ну, да, мы сказали, $26 стоил вход нам в это, в Gate Health. А здесь, по-моему, тоже $30, мы не знаем, пока подпишем, ребята да? платят, а мы просто им отдадим потом. О, тикет-офис, как раз сейчас и узнаем. Да. Ну вот, шли мы, разговаривали с Сашей и увидели жирафов. Вон они. Хотелось бы, конечно, чуть ближе, но все равно красота. Может, и ближе сейчас подойдут кто-то. Главное, чтобы не агрессивничали. Видите, одна слева и вторая справа стоят. Красивые какие. А смотрите, сейчас увеличу вам. Они вообще так накрест стали, красавчики стоят. Когда-нибудь видели так жирафов в дикой природе? Мы тоже первый раз так видим. Вообще красота просто. Что-то нереальное. Короче, решили мы идти к жирафам. Если жираф не идет к нам, мы идем к ним. Сейчас подойдем ближе. Ой, елки-палки, здесь такие вот штучки, я за них уже перечепилась пару раз. Мы пошли к жирафам, Аня сказала, можно. Я опять перечепилась, да что ж такое. Сейчас дойдем, я включусь, а то убьюсь я здесь. Ну, смотрите, так же получше, правда? Ух ты. Вообще просто так уже мы в метрах 20. Какие они кайфовые. Вообще класс. Стоит ушками хлопает, то Саша пошел ближе, так он повернул лицо к Саше. И уже как-то немножечко стартует. Ну давай, Саша как раз поснимает для себя, а я поснимаю для нас. Так жует такой, типа, о, парень, ты чего? Ты чего пришел-то? Ха, класс. Ой, как он красив, как он грациозно идет. Скажи одно, Диана, когда она живая природа, одно дело, да. В зоопарке. Я не могу это взять, как он двигается просто, эта походка. А второй, знаете, как змея такая, опа, и высунулся, стоит просто. Прикольно. Да, давай. Так, тут подошел рейнджер, мы думали, он нам замечание сейчас сделает. Он говорит, нет, пошли быстро к жирафу. Ух ты, елки! Какой ты красивый! Боже, какие у него глазки! Вообще! Видно? Саша фоткается как селфи. Кушает что-то. Ага. Вообще красота. То есть рейнджер подошел, у нас подвел к жирафе. Вот так вот. Красота. Мы уже нафоткались, уходим, и жирафа идет за нами. А она реально идет. Это девочка.
Да, а это девочка. Ну, давай подождем какую. Просто мы поговорили с ней, ушли. Она идет. Не, она уходит. Да, конечно. Она может сюда вот сейчас. Ух ты. Она как леопардик. Боже, какие ножки. О, можно. Класс, она как пружина такая. Ты, ага. Что-то она увидела интересное покушать, травку какую-то. Это все как-то сама кушает. Да, как-то. А потому что там столько сока, наверное, внутри. Когда так близко, мы в 10 метрах, но мне кажется, я не знаю, так близко, что она если рванет к нам. Как жирафу звали? Мелвин в Мадагаскаре. А вот я тут стою, и вон она. Ты же один к одному снимаешь видео? Да. Да, вот. Да. Он сзади. Ушел. Ребята, сзади жирафа. Жираф. Она залезла прямо в кусты. Ну, это как бы ее как бы заповедник, и не знаю, правильно она все делает. Она кушает, молодец. Друзья мои, ну как вам это видео? Это вообще круто. Он идет к ней, подожди сейчас. Он идет к ней? Я думаю, что да. А вон еще один. А вон еще один жираф вышел погулять. Вам видно? Ну, так немножечко солнце бьет в камеру. Надеюсь, что будет видно. О, боже. Чтобы вы понимали, мы с Наташей в окружении трех жирафов. Нужно загадывать желание. Он так на нас смотрит, просто такой, а что вы еще здесь? Что вы делаете? Ух ты. Слушайте, были отзывы, что вам, если удастся погулять среди зебр, жирафов, животных, это будет классно. Это действительно классно. А кому-то не удалось, кто-то писал отзывы, что, ну, остров так себе, не тратьте время. Нам повезло. Мы приехали сюда в 5 вечера. С ума сойти. Не то, что мурашки по коже. Это да, это что-то вообще, я, знаете, я понимаю, это необыкновенно. Никакое видео это не передаст это чувство, никакая фотография. О, дай бог хорошим людям побывать и самим это да. Увидеть и почувствовать. Мы вам это от всей души желаем. А смотрите, думаете, это простые деревья? Это кактусы. Это все кактусы. Красота. Это Кения. Впечатляет, да, Наташа? Ну, уже там что, две птички какие-то ходят. Уже как бы, ну и бог с ними хай ходит. Какие яркие. Даже на уток, но это не уток. Цапли, не знаю. Это не то, что впечатляет. Это... Это другой мир, это настоящая Африка. Видов мурашек по коже я еще таких не испытывала. Как от жирафов, да? Да, вообще. От жирафов, от зебр, вообще от всей природы. Вот, обошли кактусов. Кактусы. И смотрим на антилопы. Далеко очень пасутся. Такое большое стадо. 11-12. Прогуливаемся парком и смотрите, какая красота здесь открывается. Просто нам показали ребята, мы не заметили. Называется Waterbuck, виды антилоп. И стадо просто откуда-то бежало. Как Саша задал вопрос, а кто их гнал? Вот бегут еще, бегут, видите? Бегут. Кто их гонит? Непонятно. Может, и нам пора бежать? Пишите в комментах, что бы вы делали. Я хотела сказать, а кто это справа? Там двое человек. Как они? Нет, там как... Какая красота. Вот виды антилоп. Сейчас еще приближу. Ну так, пока камера достает, слава богу. Хотя обыкновенный телефон Samsung. Ты что? На зарплате у Samsung? Не, просто, чтобы люди в комментах не спрашивали, на что мы снимаем, на обычную мобилку. Красота. Все еще откуда-то бегут, на водопой опаздывают. Красота. Александр, рисковый парень, идет к антилопам. Давайте посмотрим, чем это закончится. Ох, как одна перепрыгивает. Ох! Только посредине не становись где-то там. И под ноги смотри. Я снимаю Сашу, который снимает антилоп. Точнее, фиксирует на видео. Это стадо такое спокойное, размеренное, идет спокойно. А здесь почему-то все начинают ускоряться. У меня такое впечатление, что они на тренировке.
Дошел до определенного, ускорился. Смотрите, все сейчас ускоряются. Смотри, он этот, вот этот рейнджер или как называется, он что-то, ну... Может, у них кормежка? Кто их гонит куда-то? Мне показалось, что он какие-то... Кто их куда-то гонит? Я не бью. Или по телефону? По телефону. Может, к нашим жирафкам, которые остались там? Да, на вечерю идут. Кения не перестает удивлять. Расскажи еще раз, Наташа. Какой-то фильм снимали, по-моему, американский. И для вот этого фильма завезли сюда животных. А вот зебр точно, и может какие-то антилоп. Может, довезли, завезли. Ну, и вы вот поняли, да? Да, и они размножились и вот живут. И остались здесь, да? Такое читала, может, вы что-то... А знаете? Еще, кажется, нам вчера Аня говорила, да, что не смогли вывести, потому что вода поднялась. Ну, да. То есть и животных оставили такой чудесный остров. Они сказали, ну и спасибо. Такой получился чудесный остров полумесяца, он же Crescent Island. Ну вот, нам уже придется заворачивать и идти, потому что... Выходу. Да, вон еще антилопы гну, остров закрывается в 6, сейчас без 10:06. Антилопы гну. Все, нам нужно идти вперед с рейнджером, и только который, да, который уже нас просит покинуть территорию. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. О, ты в кадре, ты в кадре, все. И дядя рейнджер в кадре тоже. Все, сейчас покидаем территорию и идем вперед, откуда бежали антилопы. Вот. Пора покидать чудесный остров. Но это, конечно, сказка, сказка. Вот, поднялись мы уже наверх. Смотрите, какое красивое пустое место и озеро Найваша. Да, класс. Вообще просто сказка. И эти деревья, да, вот которые уже... Сейчас вытащу палочку. Да мы до сих пор такие немножко в шоке от впечатлений. Ну как вам видео, как вам Кения, друзья мои? Вот сегодня мы погуляли с вами по острову. Животными, с настоящими живыми животными, которые просто ходят возле вас. Это очень круто. Это мы возле них. Да. Надеемся, вам видео понравилось. Ставьте комменты, пишите лайки. Пишите лайки. Пишите лайки и подписывайтесь. Все, всем пока, всем добра. Пока. Счастливо. Счастливенько.